дарят людям красоту. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры. Подчеркнуть индивидуальность помогут в салоне «Камильфо». Туда направилась наш корреспондент Елена Петрова. Дайте ножницы, расческу, мастер сделает прическу. Дарья Денисова работает парикмахером 10 лет. Девушка – постоянный участник окружных и региональных конкурсов. Неоднократный победитель в номинациях «Модная женская стрижка и укладка», «Свадебные прически». Работа очень ответственная. Надо подходить индивидуально каждому клиенту. Важно подобрать каждому клиенту свой образ. Парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, визажисты салона красоты для всей семьи «Камильфо» в этом году исполнится 8 лет. Свой профессиональный праздник сотрудники встречают на рабочем месте. Сегодня, создавая красоту своими руками, они получали поздравления и слова благодарности от своих клиентов. Хочу сказать, что хороший мастер – это, конечно, психолог. Они нас делают красивыми. Красивая женщина, значит, она уже успешная женщина. Потому что, когда ощущаешь на себе взгляд других людей, возвышается как-то, настроение поднимается. И ты, соответственно, это настроение другим людям передаешь. Это очень важно. А это помогает нам, наши парикмахеры. Быть парикмахером – призвание. Профессия требует постоянного желания развивать свои способности. Я поздравляю сотрудников «Камильфо» и наших коллег с этим днем. Пусть рука будет легкой, мысли креативные, идеи ошеломительные. Желаю приятных и щедрых клиентов, творческих успехов, дорогие мои парикмахеры. Выглядеть свежо, красиво, по-новому. От этого поднимается настроение и появляется уверенность в себе. Если у вас есть свой мастер, то вам сильно повезло. Такие профессионалы работают в салоне красоты для всей семьи «Камильфо». Улица Ленина, дом 65, телефон 749-17. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости Мурома.